Песня называется «Мирка». Прибыл на каналчик «Резонанс Продакшн», чтобы показать ему пример. С нами был электрик 5-го разряда. Ненавидел Макон и премьер. Можно повторить. С нами был электрик 5-го разряда. Ненавидел Макон и премьер. Мак, это не а областняк унылый, было нам тоскливо. Все там было мерзко и не так. В магазине левом часто покупали левый мы трехзвездочный коньяк. В магазине левом часто покупали левый мы трехзвездочный коньяк. Речь держал электрик, говорил он тихо. Говорил, вот так нельзя нам жить. Пусть нам будет грустно, пусть нам будет лихо, но других напитков будем пить. Пусть нам будет грустно, пусть нам будет лихо, но других напитков будем пить. Так оно и вышло, выиграл Янукович. Голосуй у них, не голосуй. От мерзкого канала резонанс избавил преданный халуй его Чангуй. От мерзкого канала резонанс избавил преданный халуй его Чангуй. Мирка, ты наша виночка, Мирка, ты наша мирочка. Чачка и ромщик с джинчиком, вискарик с инчиком. И прошло полгода, случилось очень много. Резонанс на родину попал. То есть резонансик направил душу к Богу. Был он после видео портал. То есть резонансик направил душу к Богу, был он после видео портал. Наш электрик занял там свою делянку, бывшим за директорским столом. Каждого, кто ходит винную поляну, называл он мысленно лохом. Каждого, кто ходит в винную поляну, называл он мысленно лохом. Вскоре покатились волны и пустоты. Рома, будешь ром, звучал вопрос. Черников приходит, стратолу приносит, а Руссу приносит кальвадос. Ну, Черников приходит, стратолу приносит, а Руссу приносит кальвадос. Огненную воду с нами пьет Заброда, и Шевков снимает нудный стресс. В павильоне Аня, у нее в кармане к студии великий интерес. В павильоне Аня, у нее в кармане к студии великий интерес. Винка, Амирка, ты наша виночка. Винка, ты наша мирочка. Чачка и ромчик с джинчиком, вискарик с винчиком.